Бабушка старая. Мама уже будет просыпаться. Потому что кто-то ее будет. Это я. Надо говорить я. Скажи я. А мама новый фонарик. Новый фонарик, скажи я. А. Нет, не а, а я. Мама, так умею говорить. Так не умеешь говорить. Значит, будут тебя учить, да? Как? Елена Сергеевна, да? Она Антонова. Она Антона учила, да? И Афоню будет, да? Да. Так что будем ходить к логопеду. Ну, не знаю. Она... Где логопеда? Где логопеда? Да. Где логопеда? В садике в другом. А ледилак. Это кто такой? Логопеда. Логопеда? Да, деда на табуке. Хочу делать вот это. Вывеска типа... Ну, переворачивай, да. Переворачивай. Она в ломню. Завтрак, ура! Я переложила так красиво на двухъярусную тарелочку конфеты и печенье. Риш, ну он первый выбрал, пока ты сидел там в телефоне. Угу. Так, в общем, на завтрак у нас гренки и еще... Да, так, сюда. И это же икра. Папа вчера нам сделал икру Амура. Взбил там как-то. Да, вид у нее не очень, но она очень вкусная. С луком, с перцем, с солью. Обед будет борщик, поэтому я сейчас поставила вариться мясо, и оно закипит, я солью первый бульон. Все-таки решила, что буду варить супы на втором бульоне, так что буду сливать его. Сегодня все равно холодный ветерок. Это что такое было? Зайчик, только мы недолго, нам же еще сейчас борщ надо идти варить, хорошо? Ты что, хочешь Гришке всю рыбу распугать? Зай, не надо кидать, там же Гриша ловит рыбу. Когда Гриши там не будет, хорошо? Гриш, ну еще ничего нету. Есть одна уже, да? Гляньте, как вишенка красиво зацвела. Так ты уже одну поймал, да? Но его не видно. Так а что тут рыба прыгает, да? Прохладно, да? Не знаю. Зай, что случилось? Подожди, подожди меня, подожди. Что такое, сына? Что такое? Расскажи. Это рыба улетала в угли. Нашел удочку? Да, мой. Там вот а нельзя подождать папу? Что, Антош? Это... Хорошо. Пока еще нет. Котик, выйди чуть-чуть, погуляй на улицу, ладно? Все, мяско я достала, посолила его сразу же, поперчила, пока горячее. А здесь процеженный бульон, картошка, морковка, лук. И все сейчас варится. Свеклу тоже уже порезала. Еще замороженный болгарский перчик будет. Ну и капуста в конце, ну и зелень с чесноком. В общем, сейчас доварим... А, томат еще забыла. Сейчас картошка поварится, добавлю томат. А пока пойду развешу белье на улицу. Правильно. Правильно, сынок. Теперь ты правильно все был. Даже не падаю. Ты даже не падаешь? Да, да, могу там встать. Стоять? Да, так. Могу. Так.
падать, как ты можешь. Вот так ты падаешь? Да. Я наконец-то дошла до этой комнаты. Сейчас здесь все вымываю, окна вымываю. Ну, вот это вот снаружи грязное. И батареи, все трубы. Сейчас все буду мыть, кровати отодвигать. Что, ты уже встал? Оба-на! Шпагат сделал? Да. Ну и как у тебя получилось? Ужас, ужас. Так что у меня сейчас уборка. Шторы там уже давно постираны, но убрать здесь все некогда. Так что сейчас убираемся. Ничего не трогаем, ладно? Ладно. Выходим. Что это такое, Фунь? Blade Burst. Он долго крутил. Ты? А сильный? А долго крутил. Ну ты зачем так сильно его вперед толкаешь? Вот, вот так нормально. Мамка, бебе-блок. Угу. Мамка, бебе-блок, только один бебе-блок. Да, мы спать ложимся. Я уже светленькие шторки прогладила, повесила, а темные не успела, потому что Фонька сказал спать, да? Да. Потом поспим, потом мама все повесит и тут, да? Да. Все, давай ложиться. Так, а чуть-чуть. Чуть-чуть? Да. Давай. Так, Афонька заснул, я доклаживаю шторы. Еще вон одна там лежит. И жду курьера. Приедет курьер с Валбрис. Там тюльпанчики, посмотрите, уже как раскрылись. Супер. К сожалению, солнышко сегодня светит, но вообще не греет. Вообще прохладненько достаточно. Ветер такой холодненький. Кто проснулся и захотел малинки? А. Это был ты? Да, помела спать. Папа тебе сказал поспать, и ты сделал то, что папа попросил тебя, да? И теперь можно кушать малинку, да? Угу. Это малинка из морозилки. Ее нужно кушать как? Поломку. Потихоньку, да? Да. Ты потихоньку ешь? Да. А кто захотел кашку? А. Фонька захотел кашку. И чтобы ее быстрее охладить, да? Да. Чтобы она была очень вкусная, добавляет туда замороженную малинку. Да, чтобы была кукольная. Вкусно и быстренько остыла, да? А вот эту малинку он отложил, чтобы потом кушать самому. Да. Когда она растает немножко, да? Да. Теплая, да. Она холодная. Она сейчас холодная. Ну ты теперь можешь кашу помешать, да? Да. Там холодная новинка. Угу. Григорий нам сегодня на ужин, так как он поработал, сам заработал на колбасу и на сыр, теперь будет делать бутерброды горячие. Работаем на этот. Хлеба и зрелищ. Да. Так что у нас теперь знак Цитроена. Отправляется в микроволновку. Новые 2000 рублей. 200. Да. Грише дали сдачу, новые 200 рублей. Довольный, что они новые? Да, как будто еврики. Кому это посвящено, не знаю. По какому городу? Папа, какому городу посвящено? Не знаю. Древнему. А мне сегодня на вечер свинка Пеппа с Джорджиком и с рамочкой с днем рождения. Вот такие вот пряники будут на пряничном торте. Цифра 3. Завтра все покажу.
А теперь спокойной ночи. Я спать устала очень. Решила сделать, чтобы побыстрее сэкономить немножечко время. Это залитый пряник айсингом. И на нем в технике акварель отрисованный герой. Тоже, по-моему, неплохо. Детям должно понравиться.